многие не верили, то, что Арсенал будет возрожден, то, что будет команда у Куликов. Действительно, Тула очень любит футбол, футбольный город. И то чудо, которое совершил Дима с товарищами, с командой, когда, в общем-то, из любительской команды, когда мы сели в последний вагон за 3 года, дойти до премьер-лиги, это такой действительно спортивный подвиг. Дим, жалко, конечно, что ты уходишь, потому что у нас задача тоже достаточно важная – отыграть ФНЛ. И задача, чтобы снова вернуться и встретиться с тобой уже в премьер-лиге. Настал такой грустный для меня день, когда мне пришлось покинуть этот замечательный город, этих замечательных людей. Все вы воспринимали, отнеслись к моему решению, потому что я никогда не скрывал, что всегда мечтал возглавить дорогую команду. Возглавить «Спартак». Это свершилось, я думаю, еще раз повторюсь, воспринимаю, к моему поступку поднеслись. Те 3,5 года, которые я работал здесь, конечно же, мне очень много дали. И в человеческом плане, и профессионально. Считаю, что вырос как тренер. И я сейчас уже новый год вызвал. Другие задачи более серьезные, но эти задачи, эти трудности я готов, никогда не боялся. Поэтому буду продолжать уже свою тренерскую деятельность там, в «Спартаке». А я искренне благодарен Алексею Сергеевичу, всех руководителей региона. Искренне благодарю всех тех людей, которые были неравнодушны ко мне, были неравнодушны к моей работе. Что-то получалось на работе, что-то не получалось, но я могу соответственно заявить, что я всегда на работе в пределе самоотдачи.